Сомнительные юридические фирмы дошли до того, что стали выманивать деньги и навязывать кредиты умственно ограниченным людям. Просто случайно я у него нашла документы в тумбочке. Договор, который он заключил с этой компанией юридической. Я отдал им деньги, где-то 45 за кредит. А он инвалид, он этому обрадовался. Шизофрения у меня, памяти нету, инсульт был. Ну, я же им все показывал, и справку, и инвалидность, все показывал. Инвалида, а? Обмануть. Подробности особо циничного обмана сегодня в программе «Кстати» в 7 вечера на телеканале «Диалог».